Приветствую всех, с вами Сенсей. Сегодня хочу вам рассказать, как запустить без проблем пиратку, чтобы не было ошибок и так далее, и свободно, хорошо играть. Хочу сразу всех предупредить, мерзости не пишите, буду удалять. У меня на канале более 1200 роликов, и не только игровые. Я такой ролик заливал, ничего не пропускайте, потом будете... Парень один пропустил, и я, говорит, не знаю, а... Оказалось, я говорил об этом. Не показывал, а просто говорил. Значит, заходите вот сюда. Вот здесь вот у меня есть на канале такая вот, такой ролик, где ошибки и так далее. И у некоторых это не получалось. Я сейчас решил в 23-м году. Сейчас я ее буду эту стримить, игру. Она будет уже сегодня вечером. Можете посмотреть мой стрим. Вот. И все, что вам понадобится к ней... Как настроить, здесь все есть на канале, в софт и железо. Здесь вот этот ролик у вас будет, обзор софт и железо, у вас будет под этим видео. Обязательно я его закину, чтобы вы могли посмотреть, что где найти быстро, без всякого гемора, как говорится. Канал у меня эмоциональный, поэтому вот так построен он, на эмоциях у меня. Смотрите, значит, мои стримы. Давайте дальше пойдем. Значит, что вам для этого нужно? Хочу предупредить. Я качал именно тот репак, который у меня раньше работал. Но он уже, по-моему, обновленный, а может быть тот же, который я заливал в 22 года назад. У людей, у многих там не работало. Вот у нас не работает, как ты показываешь и так далее. Поэтому я хочу сказать, что вот я сейчас запустил, и у меня все работает. Насчет подкачки решать вам. У меня есть на канале ролик насчет подкачки. В последнее время я включил подкачку, потому что такие игры выходят, все жрут. Я не помню, нужна здесь подкачка. По-моему, нет в этой игре. Не нужна, но у меня она включена. У вас должно все запуститься. Вот вы, значит, берете вот этот репак. Вот репак от Хатаба. Обязательно должен быть кряк. И обязательно версия вот эта. Если вы хотите более новые версии, то ради бога, я уже ответственность не несу за это. Более новые версии, там нужно что-то год менять и так далее, отключать интернет. То есть заморочки, мне вот это не нравится. Там ковыряться что-то, менять года, потом будет браузер умничать, что не тот год и так далее. Вот я вот этот репак я скачал и его установил. Вам еще нужно будет вот эту прогу обязательно и файл системы. Давайте начнем. Установили вы этот репак. Сразу идете в программу и делаете оптимизацию игры. Это обязательно. Если кто уже знает меня, я всегда говорю честно и правильно. Поверьте мне. Да, я могу ошибаться, но в этом я уверен, что вы должны сразу сделать оптимизацию или деферментацию диска, чтобы у вас игра шла ровно, без косяков. Это в первую очередь. Сделали все эти программы, у меня есть, все найдете в нете. Или у меня на канале. Так, дальше идем, что? Значит, вот вы установили игру. Все. Я не помню, я, по-моему, не делал запуск. Есть такая прога вот эта вот. Она улучшает картинку. В конце ролика будет тест. И я буду рассказывать, что понравилось мне в игре, что не понравилось, что просто отвратительно. И там я покажу, как меняется графика вот с этими настройками. Эта прога не для красоты картинки, а именно для кряка. Именно Империатрица, по-моему, да, ломала? Импир. Для импира. Значит, версии вот эта. 5.6, она глюченная. Поверьте мне, просто есть такие игры, в которых она плохо работает. А вот это отлично работает. Идете в игру, выбираете. Далее. Вы игру еще пока не запускали. Я вот делал, как я делал. Выбираете 11-ю. Игра запускается на вулкане. Я уж перепробовать не стал, но если вы поставите вулкан, возможно, она у вас сразу запустится, без проблем, сразу пойдет. Я вообще вулкан терпеть ненавижу, там хуже графика, поверьте мне, просто мерзопакостная. Но он хорош очень для AMD-шной видеокарты, он
она прям прет, по-моему, он даже лучше. Если у вас слабенькая карта, лучше, конечно, поставить вулкан. Попробуйте запустить на вулкане. А лучше ничего не пробуйте. Оставьте вот этот 10, 11, 12. Поставили, и дальше, как у меня там все ролики есть. Недавно я только заливал эту прогу, как ей пользоваться. Все настройки, почти то, что вам надо, будет. Запустили. Игра вообще запускается в вулкане, а вы поставили 12-ю. Идете, значит, документы. Если у вас эта папка не появилась, значит, запускаете игру, видите черный экран. Вряд ли она пройдет в игру. Если она войдет в игру, ну, это большой плюс, тогда вы там меняете 12-ю, ставите. Я, по-моему, на вулкане 2 года назад пробовал, она, по-моему, не работала на вулкане. Ну, косяк был, ошибка. Поэтому рекомендую лучше 12-ю. Вот у меня сейчас все работает. Вчера я ее сделал. Специально дождался сегодня, чтобы на следующий день, чтобы счетчик переключился, то есть день недели переключился. Специально попробовал. Как дальше будет, не знаю. Сегодня будет первый стрим. Смотрите, все вас жду на канале. Сюда заходите, делаете копию, и вот он, этот файл. В этом файле нужно изменить. Еще бы найти, где изменить. Поставить место вулкана, поставить 12, DX12, прописать самому. Конечно, вы можете попробовать сразу на вулкане. Ну, как я уже сказал, я даже и пробовать не стал. Вот, видите? Вот здесь была надпись «Вулкан» по-английски. Я его удалил и поставил вот это. Если вы здесь не поменяете, игра у вас будет в черном экране. Все заменили. Начинаете заводить эту дресню. А заведется она, это уже зависит от ваших рук, умения и особенно железа. После этого я сейчас покажу тест, не в игре, а записанный уже тест, чтобы я мог объяснять, говорить, что понравилось мне в этой куче или не куче. Вот, видите, версия какая стоит. У вас такая же должна быть версия. За другие версии я не отвечаю. Но вы можете попробовать, если у вас игра записана, попробуйте, но там уже требует вхождения и так далее, настройки. Тест будет проводиться вот с этими настройками, но я сюда зашел для того, чтобы вам показать. HDR, все включено. 12-й, видите, стоит. Мы изменили. Здесь все разблокировано. Вот сейчас будет тест с этими настройками, но там я покажу. Ну, вы можете оставаться, кто хочет оставаться, кто не хочет оставаться. Всего доброго, берегите себя. А мы сейчас посмотрим, поговорим и обсудим эту игру. Итак, тест у меня записанный, давайте начнем. Хочу сразу всех предупредить, и всегда я так говорю, ребята, смотрите все вот эти тесты от людей, от блогеров, лучше смотреть вживую, чтобы блогер был. И где 50-150 просмотров. Копайте ниже, и вы все найдете, и там будет все честно. Я тест это вообще понять не могу. Значит, где-то жрет, как я уже говорил, 5-8 кадров. 7-8, вот так примерно. Давайте сейчас я крутану. Ну, загрузка ровная. Мне очень понравилось, как загружает этот, как его, процессор. Ровненько, хорошо. Карта тоже не горит, отлично все грузит. Но я хочу всех предупредить. Там две защиты и плюс взлом, понимаете? Есть такая игра GTA 5. Это говнина. Вот по графике это говнина. Я не знаю, почему ее всегда вот ее ставят. О, это смотрите там. Там графика, блядь, пластмассовая. Вот здесь графика, да. Вот ребята постарались. Вот это игра с графикой. Даже Ведьмак был раньше, по-моему, да, GTA? Или кто там из них вышел? Вы видели Ведьмак и GTA? Ну, пластмассовая графика. Пластмасса. Кстати, у меня GTA, вы можете посмотреть, она потом стала вылетать. Там несколько защит. Это защит как Дину у них, понимаете? Rockstar. Поэтому они... Прикрученная графика, я сейчас здесь покажу, как
какая была графика, какая есть. Сейчас чуть дальше будет очень заметно. Вот такая графика. Я сейчас записываю стримы, именно у вас будет такая графика. 10% максимум от расхождения. Потому что я сейчас пишу в HDR 10 бит. И там есть новый обработчик. 21.00. Он обрабатывает один в один. И на Ютубе это уже делают в легкую. Я еще заливаю на Дзен. Для Дзена говорю, жду вас на Ютубе. Потому что графика сильно отличается друг от друга. Вот смотрите, сейчас я буду снимать все эти вот вещи. Вот такая графика, видите, без слез не взглянет. Ну когда все прикрутки, все я объясняю на канале, у меня все ролики есть. Роликов не очень много, все можно пролистать. Ну вот так как-то, видите. Что мне не понравилось в игре? Она полностью портирована под джойстик. Просто безобразие какое-то. 20 тысяч кнопок. Я в GTA играл, я не мучился. Здесь просто высер какой-то. Я не мог вот сейчас стрим начинать только из-за кнопок. Я боюсь, что я сорвусь и брошу нахрен из-за кнопок. Начало немного затянуто. Про сюжет сказать не могу. Я думаю, он хорош. Потому что эту игру я дошел там только до деревни. Что-то побегал, попрыгал. Вот. Не все от меня в этой игре радует. И особенно вот эти кнопки. Чтобы книгу открыть и закрыть. Взять, открыть, закрыть. По-моему, на 3 или 4 кнопки. Ну вот смотрите, частота кадров. Плюс 7 кадров прибавляйте. 60 кадров держит при тех настройках, которые я вам показал. И есть в этом стриме. Вот такие дела. Хочу всех поблагодарить. Заходите на мой канал. Жду вас всех на канале. За донат всем респект, ребята. Просто выручайте. До новых встреч.